В Москве все готово к проведению летних Олимпийских игр 1980 года. В короткие сроки построено и реконструировано 70 олимпийских объектов. Главные спортивные арены Олимпиады ждут встречи с праздником мирового спорта. Спортсмены, принимавшие участие в предолимпийских соревнованиях, дали высокую оценку работе строителей. На 160 магистралях и улицах города установлены дорожные знаки с олимпийской символикой. Работники государственной автоинспекции разработали схему транспортного обслуживания Олимпийских игр. Вступил в строй Олимпийский пресс-центр. Участников соревнований ждет Олимпийская деревня. В день ее торжественного открытия были подняты Олимпийский флаг и флаг страны Советов. Москва готова к Олимпиаде. Добро пожаловать, дорогие гости!